Вот такая у нас вмятина на бутылке, пальцами уже не могу исправить. Поэтому, что мы делаем? Набираем воду в бутылку. Теперь я закручу крышку и поставлю ее в морозильник. Вот видите, вмятина есть, пальцами тяжело ее исправить. Все, когда вода заморозится... Вот продолжим. Бутылка заморозилась. И, как вы видите, уже вмятины нету. То есть, вода заморозилась, расширилась и выдавила вмятину. Если после заморозки вмятина все-таки останется, еще вам советую взять горячую воду и полить на бутылку. Можно даже кипяток, и тогда тоже вмятина может выдавиться. В принципе, вот так вот просто.